The wall itself has a history. It's a церковь впервые. Continue with the outlines. Вот, это так, ну, себя, а защищать правду Божию. Это классическая история. А люди премия стал Антиох Эпифан. Он просил, чтобы эта чаша миновала его. Но в конце Иисус сказал, несмотря ни на что, пусть не моя, но твоя воля да исполнится. И иногда мы с вами будем проходить такие времена тяжелые, давления, когда мы будем просить и умолять Его, Господь, пусть это скорее закончится, минует меня. What I know so far, но вот что я знаю, is that God is faithful. Что Бог, Он верный. And if He's not letting me out of something, и если Он меня откуда-то, из каких-то обстоятельств не выводит, then He's going to take me through it. Значит, Он проведет меня через них. I'm going through. И я пройду. Amen. And I've determined this many times. If I am slayed while I'm doing it, I will be doing it praising Him. I will be praising the Lord, even if He slays me. Slays me. If I die. Даже если меня будут угрожать убить, я буду идти до самого конца, прославляя Его имя. And this is the attitude you have to take as a warrior. И вот такое отношение вы должны иметь, как воины духовные. Что бы ни было, я буду идти до конца. Let me say this. Jesus didn't have his authority because he was God. У Христа не было той власти из-за того, что он был Богом. He had it because he was authorized by God. Authorized? Он имел эту власть, потому что она дана была ему Отцом. I mean, Sasha and Hannah have been authorized by the pastors here to be deans in the Bible college. Саша и Аня, его супруга, здесь поставлены или посланы пастырем, чтобы быть деканами в институте. So they have an authority that's been given to them. И поэтому они имеют власть, потому что она дана была им. God delegates the authority out like that. Бог таким образом делегирует власть каждому. And you know, what's very important when you're being sent, like, let's say that God burdens you for a city to go to some city. Somewhere. Поэтому очень важно быть высвобожденным или посланным. Например, вы горите за спасение какого-то города. Допустим, даже за Одессу вы then I would pray переживаете. And ask God to show my leaders also that I'm to be sent. То я бы тогда молился, Господь, покажи также моим пастырям или лидерам, чтобы они высвободили меня в это. Я не хочу просто взять и пойти, потому что я так вижу. Я хочу быть высвобожденным, посланным. Yes, you know, anyone can say they're authorized by God, I'm with God. Да, все могут сказать, ну, меня Бог послал. But it's not true. It's not the way God works. Но это не правда, это не то, как работает Бог на самом деле. He works with authority. Он работает с властями, с уровнями властей. When Jesus, in chapter 4 of Ephesians, it said, he ascended into hell, then he descended up into heaven. Помните, когда в Ефесянам 4 главе говорится, что он спустился в ад, а потом вознесся на небеса? He led captivity, the ones that were in captivity, he took them, and now he has them with him. Он освободил тех, кто были там связаны, и забрал их с собой в свободу. And he said, and I give gifts unto men on the earth. И также он сказал, что я высвободил дары сюда на землю. Apostles, prophets, pastors, evangelists, teachers. И он перечисляет, что это апостолы, пастыря, учителя, евангелисты и пророки. И первых он высвободил апостолы и пророков. То, что Писание говорит. So these gifts are there for us to be able to operate, be able to function safely and under
an authority under being authorized to. И эти дары были высвобождены в тело Мессии для того, чтобы мы могли оперировать ими, пользоваться ими безопасно, потому что Он высвободил, Он послал это. I have seen people go on their own. Я видел людей, которые идут сами по себе. Not authorized. Без высвобождения, без того, что их посылают. Thinking they know more than everybody else. Как будто они знают больше, чем кто-либо. They crash after 6 months. They crash. И после обычно полугода происходит просто развал всего, потому что их никто не высвобождал, их никто не посылал. И они перегорают. So, amen. Аминь. Jesus revealed the Father. He kept revealing the Father. He kept showing the Father. Иисус явил, проявил собой Отца, и Он продолжал показывать Его, являть Его и творить Его дела. And the Father was in Christ, и Отец был во Христе, reconciling the world to himself, bringing the world in. Проявляя себя этому миру, восстанавливая весь мир в отношении с собой. Now, very important, Jesus was anointed by the Holy Spirit. Также необходимо помнить, что Иисус был помазан Духом Святым. He did not operate as God. Он не оперировал, не действовал здесь на земле как Бог 100%. Even though he was Emmanuel, he was God with us. He did not use those powers. Даже несмотря на то, что он был Эммануил, Бог с нами, он не оперировал здесь на земле той божественной властью, которая была его. If He would have done that at any time, it would have stopped the plan of God. Если бы он так поступал, это бы остановило план Божьего спасения. And the devil knew it. И дьявол знал это. And the devil knew, said, "Hey, why don't you kick your foot on the rock and the rock will become bread. You can eat." Поэтому дьявол и искушал его и говорил: "Почему бы тебе вот этот камень не стукнуть ногой и не превратить его в хлеб? И ты мог бы есть." So Jesus' anointing came from the Holy Spirit. Помазание Иешуа, помазание Христа приходило через Дух Святой. And it's the same going to be with us. И это тот же Дух Святой, который сейчас пребывает с нами, был послан быть с нами. He had a relationship with the Father. У Иисуса были взаимоотношения с Отцом. He would find out what God's will was. Он знал, какова воля Отца была. In a situation. В каждых обстоятельствах и ситуациях. Просто задумайтесь о его переживаниях. Вот он находится в саду. И он задает Богу вопрос: можно ли волю твою поменять? So he wasn't sitting there going like, I'm God, I know, you know, everything. He really asked. Он не вел себя как Бог, который все знает и знает начало и конец. Он по-настоящему вопрошал и спрашивал. I mean, understand how much pressure he was under. И надо осознавать, под каким сильнейшим давлением он тогда находился. Пойти на этот крест. There was so much pressure. Это было такое давление невероятное. When you look in this garden in today in Israel, you go to Israel and you go on to this mountain. Если вы попадете в Израиль, вы будете в этом Гефсиманском саду. These trees are like twisted. These olive trees are like. Деревья старые оливковые деревья, они так как будто закрученные. And there's a couple left there that they believe could have been there when he was there. Two of these trees. И они очень старые эти деревья, перекрученные ветки, и многие верят, что некоторые из них они настолько старые, что они могли быть в то время, когда Христос там был. You look at them and you're like, wow, this is where he pressed. So much that blood was coming out, you know. Вы когда находитесь в этом месте, задаетесь вопросом: Боже, вот здесь Иисус был, и вот он здесь это давление переживал, что даже пот его был как кровь. But there's a beauty there, you know. It's said then because he saw the joy that would happen when you come to Jesus. Но он смог это преодолеть, потому что он увидел радость.
которая будет происходить, когда люди будут спасаться и получать спасение. Несмотря на то, что он пошел на крест, пережил все страдания, побои, избиения и всю боль понес на себе, он испытывал вот это чувство радости, видя будущие спасаемые поколения. So this authority, the right to rule, и вот эта власть, которую он имел, править, power to rule, и эта сила, чтобы править, и он проявлял ее и являл также, он демонстрировал как бы волю Бога здесь на земле. Everything Christ did on the earth, he was representing Father. Все, что Христос, Мессия, Иешуа делал здесь на земле, он являл собой Отца. It was Father's love, отцовскую любовь, Father's will, отцовскую волю, Father's works, его дела, Father's words, его слово. It's key. His authority. И это ключ к тому, чтобы иметь такую же власть. He was filled with the Holy Ghost. Он был наполнен Духом Святым. Luke 4:1, he was filled with the Holy Ghost. Луки 4 глава, 1 стих говорит нам. Luke 4:1, he is led by the Holy Spirit. Говорит нам, что Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и проведен был Духом в пустыню. Он двигался Духом и был наполнен им. И Лука 4 глава 14 стих говорит, что и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. То есть он был наполнен также силой Духа Святого. Now, this has to happen through the church. И это должно происходить с церковью, с общиной Божьей. Hallelujah. This is or we miss what Jesus did. Или мы тогда упускаем то, что делал Иисус. The church. Церковь. Is to have authority. Община для того, чтобы иметь Божью власть. The church is to be sent by Jesus. Церковь должна быть послана Иешуа, послана Иисусом. Или высвобождена Иисусом. И вот несколько мест Писаний, которые я хочу, чтобы вы записали. John 17, 18. Иоанна 17, 18. And John 20, 21. И Иоанна 20, 21. Matthew 28. Матфея 28 глава, Verse 18 through 20. Стих с 18, стихи с 18 по 20. And Mark 16, verse 15 through 20. И Марка 16 глава с 15 по 20 стих. Now, the church does the will of Jesus, her head. Иисус, церковь творила волю, должна творить волю Христа. Ephesians 1:22. И Ефесянам 1 глава 22 стих. 2 Timothy 1:9. И 2 Тимофея 2 Timothy 1:9. 1 глава 9 стих. Am I going too fast? Preacher, right? Is it going too fast? Yeah, can you repeat? Which the church does the will of Jesus? Before church, the church is sent by Jesus. Какое вам место? Matthew 28 глава, 18, 20 стих. Матфея, повторяю. Потом идет Марка 16 глава с 15 по 20 стих. Obviously, we don't have time to go over all these, but these will give you a study guideline. Мы не можем все их зачитывать здесь на служении, но для вас это будут такими проводящими, наводящими линиями, чтобы вы понимали вопрос этот. And the church does the will of Jesus, her head, Ephesians 1:22. И Ефесянам 1:22, где церковь должна творить волю Христа. 2 Тимофея 1:9. And then the church does the works of Jesus. Церковь, которая творит дела Христа. John 14:12. Идет в Иоанна 14:12.
And Galatians 2:20. И Галатам 2:20. And then the church reveals Jesus. И церковь, которая являет Христа. Acts 5:42. Деяния 5:42. Acts 8:5-35. Деяния 8:5-35 стих. And 2 Corinthians 3:18. И 2 Коринфянам 3:18. Christ is in the church, reconciling the world to himself. Христос, который через церковь или в церкви восстанавливает отношения с миром. 2 Corinthians, let's look at that. 2 Corinthians. И это написано во 2 Коринфянам 3 главе, 18 стихе. Давайте посмотрим на это место. 2 Коринфянам 3:18. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». It's but we always in will face beholding us in mirror. No? Different? Can't get my thing again. Это хорошее место писания, но он говорит, это не к тому, что он хотел сказать, это 2 Коринфянам 3:18. Это не то. 5:18. I'm looking for this да. Scripture. 5:18. All things. Yeah. 5:18. 2 Corinthians 5:18. All things are of God, who hath reconciled us to himself by Jesus Christ, and hath given us the ministry of reconciliation. В данном случае не 3 глава, а 5 глава. 2 Коринфянам 5 глава, 18 стих. Все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение примирения. Это он говорит о том, что церковь, вернее, Христос через церковь примиряет нас, мир с собой, с Богом. He brought you in. Он принял вас. Он принял вас, простил вас, и теперь посылает вас на такое же служение примирения, чтобы примирять мир с собой. Или восстанавливать эти отношения с собой, с Отцом. Поэтому он не любит технические Библии, он любит бумажные Библии. Компьютеры пугают меня, говорит, они делают ошибки. Аллилуйя. Так что все исправили третью на пятую главу. So Jesus, he interferes, or he interrupts, or he intervenes, you know this word, intervenes, in the affairs of the world through the church. Он вмешивается, он входит в дела мира и в мир, меняет все посредством церкви. So we are commissioned by Jesus. Поэтому мы, как бы, так сказать, посланы Христом на это же задание. In the same way the Father sent him, he sends us. Таким же образом, как Отец послал Иешуа, Иешуа посылает нас. In all ministry, we are his ambassadors. И во всех служениях, в любом служении, мы его послы. Representing him on the earth. Мы представляем его здесь, на земле. So, all New Testament ministry. Все служение Нового Завета. Is an extension of the ministry of Jesus. Это расширение служения самого Иисуса. Through the church. Через общину, через церковь. This is how we are authorized and have authority. Это то, как мы действуем со властью, будучи посланными, высвобожденными в это. Amen. Аминь. Because we represent the living God. Когда мы представляем живущего Бога. Hallelujah.
Слава, слава Господу. Church is power. Итак, сила церкви. Давайте затронем силу церкви. The church is to be filled with the Holy Spirit. Церковь или община Божья, она должна быть наполнена Духом Святым, Духом Божьим. Over and over and over. Снова, снова, больше и больше. Наполнена, наполнена и наполнена. Overflow. Чтобы она переистекала, переполнялась. Деяния 2:4 и Деяния 4:31 и Ефесянам 5:18. Церковь или община должна быть ведома Духом Святым. Деяния 13:2. Деяния 16:6. Римлянам 8:14. Чтобы это было ведомо Духом Святым. И также церковь должна быть снаряжена Духом Святым. Деяния 1:8. Деяния 4:33. Церковь или община должна быть помазана Духом Святым. 2 Коринфянам 1:21. And 1 John 2:20. И 1 Иоанна 2:20. And 27. И 27 стих. 1 Иоанна 2:20 и 27. So, hallelujah. Everybody got those? Записали? Okay. Yeah. Запишите. Okay, so the church is to do the same works and greater works than Jesus. Община, церковь должна творить то же, что делал Иешуа, и даже больше. It is still him. И это все еще он делает. Working through the church. Работая через свою общину. Church has been given the same power source that he was given. Общине дан тот же источник силы, что и самому Мессии, это Дух Святой. So we too are to combine the authority, the right to rule, и the power to rule. Имеем эту власть и силу и право править, руководить. And enforce the will of God on the earth. И продвигать волю Божью здесь на земле. This is intercession. И это есть ходатайство. My spiritual mother, she has a gift of healing. У моей духовной матери был дар исцеления. It's so funny. When you hear her, и если бы вы слышали ее, she talks so soft. Она так мягко, тихо говорит. Hello, привет, дорогой. Hello. And she'll say, well, итак, I'm not the healer. Я не целительница, but I know him. Но я знаю его. And I know what he does. И я знаю, что он делал. Amen. Аминь. And she works for him. И она служила ему, работала на него. I mean, when she saw my arm down, и когда она увидела мою руку, которая висела на сухожилии, и говорит, о, я вижу Иисуса, который соединяет все назад. И такая воздушная. So funny. Yeah, I hope she can come someday. You see. Me too, please. Я надеюсь, что она когда-нибудь к нам сможет приехать. У нее объятия мамочки есть такие. У нее мама Иисуса объятия вот такие. Если она обнимает вас, знаете пасту, ну спагетти длинные такие. Они такие. Pull out and you have this here. Они такие твердые, упакованные.
And she put her arms around you. И когда она вот обнимает вас, you like hot water. Вы как будто опускаетесь в горячую воду и как такая спагеттина. So funny. Yeah. God is good. А Бог он благ. Yeah. So the Father's body on the earth was Jesus. Итак, тело Папы Небесного здесь на земле было Иисус. Иисус сам говорил: видели меня, видели Отца. А теперь тело Иисуса кто? We are. Us. We are. Мы, церковь, община. Мы тело. So the head. Итак, голова. Wills. And the body fulfills. Голова творит, вернее, решает волю, а мы ее производим, как бы Amen. Делаем, совершаем. So, Father had no other plan but Jesus. If Jesus wouldn't have made it, we would not have been saved. There was no other plan. Only had one son. Был один сын, было одно решение, и если бы Иисус этого не сделал, He мы said, бы I не были бы son. Спасены. So the plan of God was Jesus. The only plan, no other plan. И единственным планом Отца было послать Иисуса. И если бы это не было совершено, мы бы никто не мог бы получить спасение, потому что Он единственный путь. And Jesus has no other plan but the church. И у Иисуса нет плана Б, а только как работать через церковь, через общину. If we fail, they don't get saved. И если мы сдадимся, они не получат спасения. This is his plan. Это его план, так это работает. Аллилуйя. Now, we have a few minutes, so we're going to go into this, so we can maybe have some fun tomorrow night. Итак, у нас есть еще 20 минут, мы кое-что еще изучим с вами, чтобы у нас было завтра веселье. We have what's called king priest anointing. И есть такая штука, как царственно-священническое помазание. So we are rulers. Итак, мы правители. We've been called to rule. Мы призваны править. But we've been called to serve. Но мы также призваны служить. Kings rule. Цари, они правят. Priests serve. А священники, они служат. And we are king priests. А мы царственное священство. And Jesus demonstrated this in his life. И Иисус продемонстрировал это, Иешуа продемонстрировал это сам своей жизнью. After the order of Melchizedek. Помните, он говорил, я священник по чину Мелхиседека. And the church is to demonstrate it as a royal priesthood. И община, церковь, это проявляет, демонстрирует как царственное священство. So, king priest anointing, what is it? Итак, царственно-священническое помазание, что это? King represents God to man. Цари проявляют Божье или представляют Божье правление. The rule of God to man. Правление над людьми, над человечеством. As a king. Как цари. And as a priest, и как священники, we represent man to God. Мы представляем человеков перед Богом. We serve. Мы служим. Поэтому, другими словами, у вас есть царственная власть. И у нас есть священническая сила. У нас есть царственное правление, где мы правим. Но у нас есть священническая ответственность. У нас есть право править или власть править. Чтобы править. И у нас есть сила, чтобы служить. Аллилуйя. Let's look at the scripture. Давайте, This is one of my favorite scriptures. Давайте обратимся к Писанию. 2 Corinthians 2, verse 14. 2 Коринфянам 2, 14. И это мое любимое место Писания. 2:14, yes? Yep. 2 Коринфянам 2:14.
Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать в Мессии, и благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. Подумайте об этом. В каждой ситуации, с которой вы сталкиваетесь, вы видите молодого человека или девушку, и они вот связаны духовно, что у них плохие какие-то обстоятельства, страшные. Вот это место Писания здесь говорит: спасибо, Господь, ты всегда меня призываешь торжествовать или испытывать триумф в Мессии. And make manifest the savior of his knowledge in every place. И распространять познание о себе в любом месте. So, we look at this impossible situation. И вот мы смотрим на эти невозможные какие-то сложные обстоятельства. Мы смотрим на это место Писания. Will make me triumph, and he will show me about this situation. И мы говорим, Бог даст мне торжествовать, и Он прояснит, покажет мне, что делать с этими обстоятельствами. He says, in Christ, и здесь написано, во Христе, I will always triumph. И во Христе я буду торжествовать всегда. И Он распространит познание о себе, Он покажет мне, кто Он есть. На любом месте. Not just some places. Не на каких-то местах. In every place. Но на любом месте. So I started asking him in the beginning, God, you got to break this down. You have to show me because I can't see. И в самом начале молитвы, когда я вижу вот эти тяжелые обстоятельства, я говорю, Господь, ты мне должен показать, ну, выход, результат, потому что я его своими глазами не вижу. I see they're bound. I see that they need healing. I see there's many things I see, but there's a lot I don't see. Я вижу ярмо, я вижу их проблемы, я вижу, что им надо спасение, но многого я могу не видеть. И я нууждаюсь в тебе, потому что только в тебе я могу пережить триумф или победу. Поэтому в любой ситуации должно две вещи происходить. Я должен проявить Бога этому человеку, показать ему Божью любовь. Но я также буду идти в мою молитвенный кабинет. And I'm going to find out who Jesus, what he wants to do in this situation. Но также в своей тайной комнате я буду вопрошать, кто ты, Христос, в этой ситуации, как ты хочешь проявиться, Мессия, что ты хочешь показать. I'm going to take him to the throne and find out what's going on. И я буду возносить этих людей и эти обстоятельства перед трон и буду узнавать, что он хочет. He will show us victory. И его обетование говорит, что он хочет проявить победу. Hallelujah. Not just sometimes it's not just one time. Many times you have to go back. You have to say, "Okay, God, show me the pieces." И иногда вы не поймете все сразу и за один раз и придется возвращаться в свою тайную комнату много раз и говорить, Господь, окей, открывай мне по частям, открывай мне кусочки, чтобы прояснить это. Sometimes God will say, "Hey, just go sow seed. Put a seed there." И иногда Бог вам может просто сказать, слушай, просто посей семя. Put some water there. И полей немного воды. And he's going to have somebody else come and do the same. И не беспокойся, я пошлю других, которые сделают другое. И скажут, тоже семя посеет. Reap the harvest. А кому-то я пошлю, и он пожнет. Somebody else already put the seed. Somebody else already put the water. А кто-то до этого, может быть, сеял уже семя и поливал уже. But he will give you victory. Но в любом случае Он даст вам победу. Написано, что на всяком месте. Поэтому я очень люблю это место Писания. Кто Христос есть, кто Мессия есть в каждой ситуации. Here's the scriptures with the royal priesthood. If you put these down. И запишите еще одно место Писания, которое относится к царственному священству. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. И Откровение 1.6. Откровение 5.10. Откровение 1.6, Откровение 5.10. 1 Петра 2:9. And Romans 5:17.
Римлянам 5:17. 1 Peter 2:5. So, Jesus holds the kingly scepter, the authority. Scepter. Scepter. You know they had this. This stick. Иисус держит этот жезл правления, жезл власти. They still use these in Africa, you know. Они все еще используют эти жезлы в Африке, в Last племенах. Last year we ordained a bishop and. All the chiefs were there, and they all have their staffs. You know. Мы приехали с епископами. Очень много этих вождей племен были с жезлами правления своими. And this scepter is represents authority. И этот скипетр представляет собой символ власти, царственной власти. Jesus, when he finished at the cross, and he said, "Telio, it's finished." И когда Иисус умирал на кресте, он сказал: «Свершилось». From this comes all the authority. Okay? It's the victory. Полную свободу и пришла полная complete. Полная власть и всё завершилось. It has no flaws. Полнота произошла и нет никакого maybe I don't know if this is going to work. It will work. И нет никакого сомнения. То есть не может быть, может быть, это частично нам поможет. Нет, все полностью завершено, и оно полностью работает. Psalms. Okay. Turn to Psalms 110. First Psalm? Psalms 110. 110. Okay, it's maybe 1:9 in our. What's, oh, yeah, it could be 1:9. Yeah. Verse. What does the first verse say? Psalm David. God said to my Lord. The Lord said to my Lord. Yes. Sit down. Okay. Right. It's thy enemies thy footstool. Mm-hmm. Yep. So just first verse. Just first. Итак, 109-й псалом у нас первый стих. Псалом Давида: «Сказал Господь Господу моему, сядь одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». So the Father said to Jesus, sit down. Отец сказал Иисусу здесь: «Садись и отдыхай». Hallelujah. Till we put the enemy under your feet. Пока я буду полагать врагов под твои подножие ног твоих. Hallelujah. And we use this authority. И мы можем использовать эту власть. To free people. Для того, чтобы приносить свободу людям, освобождать людей. From the clutches of the devil. От ловушек и дьявола. Hallelujah. It's finished. Это свершилось, завершилось, полнота работы была сделана. But not finished. His part is finished. Его часть закончена, но не наша. He has all authority. That is finished. И он имеет всю власть. Это все свершилось. He beat the devil. That is finished. Он победил дьявола. Это свершилось. But the enemy has to be put under the feet. Но осталось еще положить врагов под ноги его. Every time we take his authority, his scepter. Всякий раз, когда мы пользуемся его властью, его скипетром, и мы используем ключи царства, и мы двигаемся в каких-то обстоятельствах, продвигаемся, и мы как бы приближаем победу того, что Иисус уже совершил на кресте. Мы способствуем literally. What has already been caused legally, okay?
мы призываем совершиться буквально то, что уже было совершено, ну не фигурально, а законно вот там, когда Христос это совершил. Он фактически побил дьявола, победил. Это совершено. А мы проявляем это как община, как церковь. И Иисус, Иешуа, Он прославляется. Потому что мы говорим, Иисус, пусть Твое Царство придет. Пусть воля Божья исполнится. Здесь, на земле. It's already done in heaven. Как это уже закончилось, свершилось, как это происходит на небесах. Все, что ты делал, вся твоя работа, она закончена. И мы просим, чтобы ты высвободил это в реальность на эту землю, чтобы враги стали под твоими ногами. Всякий раз мы так должны делать. Аминь. Поэтому мы с вами правим посреди врагов. King priest wants to minister his king priest anointing. И царственное священство должно править священническим помазанием, царственно-священническим помазанием. Through us. Через нас. We are part of his king priest anointing order. И мы часть его царственно-священнического помазания. With this anointing, we rule, enforcing the victory. С этим помазанием мы правим и приближаем победу. И мы служим благословением. Мы служим этим новым заветом. 2 Corinthians 3. Okay, brother. Verse 6. Who also made us, able ministers of the New Testament, not of the letter. Ain't gonna kill somebody with the letter. Show them the paper. 2 Коринфянам 3:6 говорит нам, Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. И Он напомнил, когда мы бесам пытаемся свои дипломы библейских школ показывать, что не это работает, не буква работает. Come on, we're of the Spirit. Но мы должны быть наполнены Духом и действовать от Духа. Kills, but the Spirit gives life. Буква убивает, но Дух животворит или дает жизнь. Аминь. So tomorrow night, завтра вечером мы начнем Духом и закончим Духом. Я думаю, что мы тут практически попрактикуемся, подвигаем стульчики, и будет интересно. Я благословляю вас.